Когда мы с Реджепом принимали решение о миллиарде товарооборота, мы так аккуратно выговаривали эту цифру. Скажу откровенно, что я не думал, что мы так быстро достигнем этого рубежа. И сегодня мы уже говорим о 1,5 миллиардах нашего товарооборота. И я пообещал президенту Турции, что у нас не будет никогда никаких закрытых тем в наших отношениях, будь то это поставки продовольствия или же сотрудничество по линии военно-промышленного комплекса. Мы в этом отношении полны решимости сделать серьезные и радикальные шаги. За 2 года взаимный товарооборот после визита президента Турции в Беларусь за 2 года вырос на 20%. Это очень хороший прирост, но я согласен с президентом, что это не те цифры, и они не соответствуют потенциалу двух государств. Мы можем значительно больше, должны сделать значительно больше, и мы сделаем значительно больше, чем сделали даже за эти 2 года.